Новгородские археологи разменяли 12-ю сотню. Найденная и расшифрованная берестяная грамота под номером 1101. Об этом сегодня сообщили в музее-заповеднике. Документ сохранился полностью и представляет собой реестр денежного сбора, при этом весьма значительный для старины суммы – 9 рублей и 3 полтины. Списки имена 14 людей, которые, вероятно, участвуют в финансово-торговом предприятии. Напомним, что в минувшем сентябре новгородские археологи достигли очередной юбилейной отметки в своей работе. В течение одного дня, 25 сентября, было найдено сразу 3 берестяных документа, которые получили номера 1098, 1099 и 1100. Исследователям особенно приятно, что все грамоты сохранились полностью. Это случается нечасто.